меняются, как эники-беники. Превращая мои вторники в понедельники. Но я делаю без паники, все и без истерики. Не вдаваясь в экономику, политику, полемику, по телеку. Так что я не открою вам Америку. Даже на ту лигу не подойду к берегу. Твой плод идет медленно и уверенно, но в другую сторону под твоим управлением, а я отделяюсь полностью от мира, не внимая лозунгам и гимнам. Я ищу ответы, но пока не все вопросы объяснимы. В этой комнате один и все вокруг, как будто плоская картина Боска или Климта. В поисках себя я просто роюсь негатива, пока холод пробирает мои кости и проверяет на прочности, окружаясь кольцами из дыма. Но ведь это моя зона комфорта, я там не уютно, вам неудобно, но это моя зона комфорта, я там, где не людно, как мне угодно. Ведь это моя зона комфорта, я вас и не жду тут, дверь где-то вот там. Это моя зона комфорта, я зона комфорта, я зона комфорта. Что-что? Кто-кто? Don't know. Go on. Мой дом, не твой дом. Бегом. Выражаясь четко и кратко, черствую и гадко. Кашляю после глотка парламента аква с видом типа, че тебе надо? Научи меня социализироваться. Я один всегда, и дым это вакцина от зла. Я забыл, когда улыбка не сходила с лица. Да, я один всегда, но прерывают сны голоса. Но ведь это моя зона комфорта. Где-то мои хоуми в индустрию входят больно, словно шок. Они захватили топы и не отпускают вовсе. Они сносят ее офис, роля Джойс договором. Стол под ноги с видом босса, дым из окон — это норма. Ее брови под наклоном, но их планы под вопросом. А я до сих пор не понимаю, что такое образ. Я не замечаю натиск, я лишь оставляю оттиск. Ты, наверное, заметил. Я пишу это не с просьбой. Для меня это возможность сделать что-нибудь со словом, чтобы поутихли боли. Снова повышаю громкость. Да мне уютно, вам неудобно. Там, где не людно, как мне угодно. Вас и не ждут тут, и где-то вот там. Зона комфорта.